Всем добрый день, дорогие друзья. У нас пришла вот такая вот посылочка на обзор. Там, конечно же, сушилка, дегидратор. И вот сейчас мы с вами откроем ее и посмотрим, какая она там. Ну что, распечатываем? Это, ребята, пришел дегидратор. Дегидратор выбрала я небольшой. Ссылочку на сайт, где я выбирала, оставлю в описании. Мне, например, очень понравился этот и магазин, и сама сушилка. Продавцы там очень вежливые, помогли подобрать все, что я хотела. И объяснили каждый дегидратор, как и что работает. Поэтому проходите по ссылочке в описании. Также с этим дегидратором мне пришел еще овощерезка. Овощерезка тоже очень... Ну, удобная, по идее, твердая, на ней очень хорошо резать. Дегидратор я выбрала небольшой. Сейчас будем смотреть, какой. Вот такая вот у меня пришла сушилка, дорогие друзья. Для фруктов и овощей сегодня обязательно мы с вами ее заполним и сделаем детям вкусные чипсы. А также у меня еще пришла вот такая вот для нарезки каких-нибудь салатиков. Мы тоже ее с вами поэкспериментируем. Это все одной фирмы. Мне она, эта фирма, очень нравится. Поэтому, ну что, будем экспериментировать? Сейчас с вами распакуем вот эту вот овощерезку. Овощерезка идет с разными насадочками, упакованную нормально. Ну, то, что у нас сверху лежало, немножко коробка повредилась, но это нам не важно. Вот это вот инструкция. Прилагается к ней инструкция, маленькая, небольшая, но, в принципе, тут ничего сложного в ней нету. Вот сама овощерезка, она у меня красного цвета. И что же здесь я вижу? Вижу стакан большой, и вот такая вот она интересная. Ножки у нее идут на липучках, прилепляются к столу. Очень хорошо, кстати, крепко. И в конце видео вы заметите, что я даже сдернуть со стола не смогла. Открываем, смотрим, что внутри. Это овощечистка. Овощи чистить перед тем, как вы будете шинковать такими зазубринами. Очень классная. Ручка для того, чтобы прикреплять овощи, чтобы вы не порезали руки, когда вы будете шинковать. Она ложится на крышечку и легким движением вы шинкуете. Но мне не понравилось этой ручкой делать. Мне удобнее все руками держать овощи и шинковать. И несколько насадок. Насадки разные. Сейчас покажу и расскажу. Вот это вот для моркови по-корейски можно, или огурцы мелкие. Это вот уже покрупнее идет насадочка. Также есть для того, чтобы нарезать кусочками помельче насадочка и покрупнее. Ну вот я пробовала на ней капусту резать. Очень хорошо шинкуется. Это для фигурной нарезки. Очень классно получается. И для пюре деткам сделать, чтобы... На коробке тоже это все описано. Видите, каждый крупная насадка, мелкая насадка, фигурная насадка, кусочками помельче, ну вот потоньше и потолще. И последнее это для создания овощного пюре. Мне очень понравилось. Емкость сама идет крупная, большая. Много в нее влазит. И вот сбоку есть подставочка для всех ваших насадочек, которые идут в комплекте. Очень, по сути, удобно то, что все рядышком и не надо искать где-то в шкафчике. Поставил и удобно. Ну что, скоро будем ее испытывать. И также вот можно положить вовнутрь, закрыть и в стол убрать. И вот сейчас пытаюсь сдвинуть, и не получилось. Так, дорогие мои, сейчас я открою саму сушилку и покажу вам, что там. О, смотрите, в сушилке есть рецепты для дегидратора, сборник рецептов. Тут всякие-всякие есть, вообще всякие. Смотрите, вот яблоки, абрикосы, груши, вишня даже. Ой, слушайте, так мы с вами будем ее испытывать очень долго, потому что я хочу все это попробовать. Лук, картофель, перец и много-много разного. Вот такая вот книжечка, яркая, красивая. Дальше. Это дегидратор. И тут инструкция, как и что делается. Дальше что здесь идет? Это гарантийный талон, конечно же. Ну и сейчас мы достанем сам агрегат. И я вам покажу, какой он красивый. Вот, дорогие друзья, распаковала я дегидратор. Вот такой вот он, компактный. Крышка такая, тут отверстие есть. И вот сами ярусы. Тут сколько? Раз, два, три,
4-5 ярусов можно накладывать и сушить овощи. Сейчас мы с вами вот на эту как раз испытаем, на ней нашинкуем все и положим наш дегидратор сушиться. Ну что, пойдемте шинковать. Дорогие друзья, хочу испытать для нарезки агрегат, короче говоря. У меня есть огурчики, есть помидорчики. Сейчас попробуем на нем сделать салатик. Так, сейчас выберем определенные насадочки. Как вы помним, они у нас вот здесь вот лежат. И посмотрим, на какой мы сделаем. Для мелкой нарезки, для средней нарезки. Это вообще можно для волнистой. Это для пюре. Тоже для чего-нибудь другого. Ну, давайте вот, наверное, вот для этой сделаем огурчики. Вставляется, кстати, ребят, вставляется, ну, вот здесь вот есть сбоку отверстие. Вот сюда вот так вставляем. И все. Закрываем. И начинаем шинковать наш огурчик. Эти штучки мы берем назад, насадочки. Сзади, чтобы они нам не мешались. Вот так вот. И сейчас мы с вами попробуем нашинковать. А чтобы нам с вами не поранить ручки, мы используем вот это вот устройство. И вот таким вот образом сейчас будем шинковать. Не, ну это, конечно, надо приноровиться еще так, чтобы... Но я еще пока так не умею, но мы научимся с вами. Открываем и смотрим. Смотрите, какая соломка получилась. Видите? Классно. Мне, например, нравится. Сейчас попробуем поменять насадочку. Достается очень легко. Раз достали, остатки огурчиков можно сюда же скинуть. Сейчас попробуем поменять с вами насадочку. Для помидорки. Ой, тут тоже что-то все нападало. Так, и что же мы выберем для помидорки? Это крупная у нас нарезка. Вот мелкую нарезочку вставляем. И также вот получится или нет у нас нашинковать с вами помидорку. Не, ребята, вот все-таки, знаете, мягкий продукт, на нем лучше не шинковать. Оно, по идее, режет вот на такие дольки, но растекается он. Поэтому мы помидор не будем с вами шинковать. Сейчас попробуем что-нибудь еще. Ну что, дорогие друзья, будем с вами сегодня сушить вкусные чипсы для детей. Что нам для этого понадобится? Что у нас есть? Яблочки вот такие красивые. Груши. Твердые, хорошие игрушки. Также есть вот такие вот нектаринчики. Есть бананы. Банановые чипсы дети у меня, кстати, обожают. И я хочу попробовать еще засушить персики и киви. Потому что в рецептах здесь вот, которые тоже это все есть. Сейчас мы с вами все это быстренько помоем. И будем шинковать. Если интересно, оставайтесь с нами. Ну что, поехали! Резать я все буду вот на этой посудине, которая нам пришла. На этой овощерезке будем с вами нарезать. В первую очередь будем нарезать бананы. Я решила выбрать небольшой. Сейчас посмотрим. Очень тоненько получается. Но для сушки нам она не годится. Сейчас выберем насадочку потолще. Вот. И будем нарезать дальше банан.
Так, что же мы будем сегодня с вами сушить? Ну, давайте начнем с твердых продуктов. Это яблоки, вот такие вот, порезала на небольшие дольки. Также из твердых это нектарины, они тоже тверденькие. Дальше все идут уже более-менее мягкие. Груши, но они тоже, по идее, твердые, можно вот к твердым даже вот сюда вот сделать. Первые ряды мы будем их ложить. Потом будем ложить нектарины, бананы, киви. Вот такие вот сладкие чипсы мы сейчас будем укладывать в наш дегидратор. Прежде чем укладывать фрукты, я обязательно полосну все ярусы. Да, кстати, вот здесь вот у нас есть кнопки включить и выключить, и температура устанавливается тоже. Сейчас мы с вами первым делом, что сделаем, положим с вами яблочки. Нарезала вот такими дольками и укладываем. Так, яблочки уложили. К ним также сюда сейчас будем укладывать нектарины. Нектарины у нас красненькие, поэтому мы их не перепутаем. Стараемся укладывать плотно, чтобы больше влезло. Чем плотнее, тем больше получится у вас вкусных сладких чипсов. Первый ярус мы заполнили. Сейчас устанавливаем второй ярус. И дальше укладываем нектарины. Следующим будем укладывать груши. Устанавливаем следующий ярус. И снова налаживаем фрукты. Следующие у нас фрукты будут это персики. Очень получится у нас вкусные чипсы для ребятишек. Напишите, из чего еще можно сделать вкусные-привкусные чипсы для детишек. И обязательно с вами попробуем их сделать. И устанавливаем следующий ярус. И снова укладываем персики. Следующее будем укладывать уже киви. Киви очень хотели дети попробовать чипсы из киви. Посмотрим, что из них получится у нас. Как они будут на вкус. Будем надеяться, что очень вкусные. Устанавливаем новый ярус. И последний он же. И снова укладываем фрукты. И следующие фрукты, и последний, это у нас бананчики. Банановые чипсы у меня дети просто обожают. Им очень часто покупают сушеные бананы. А теперь сможем с вами сами их сушить. Это же классно. Сейчас уложим и покажу вам все. Все, дорогие друзья, фрукты мы с вами все уложили. Сейчас закрываем крышкой и включаем наш аппарат. Так, неправильно. Вот так вот. Сейчас включаем розетку и покажу, как дальше делать режим. Так, дорогие друзья, мы с вами включили. Дальше что нам надо сделать? И время установить.
10 градусов. Семьдесят градусов и все. Время. Семь часов. Должно этого хватить по книжке рецептов, если я правильно поняла. Все, готовится. На утро посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, наша сушилка завершила работу. Это значит, сейчас будем открывать и смотреть, что уже там у нас готово. Напоминаю, сверху у нас банан и киви. Киви, по идее, нормальный. Банан мягковат, но как чипсы, оно нормально будет. И сейчас будем вот так потихоньку убирать. Следующий ярус у нас что было? Это у нас персики и опять киви. Следующий ярус у нас была груша. Приношу извинения. Следующий ярус это у нас груша и также персики. Кстати, очень хорошо посушились. Следующий ярус опять груши. Груши и нектарины. Вот это вот нектарина, вот это вот груши были. Тут опять нектарины и яблоки. И вот такая вот вкусняшка у нас получилась. Сейчас я все это сложу деткам на тарелочке и попробую им дать. И посмотрим, что они скажут по вкусам, что им больше понравится. Дорогие друзья, достала я все фрукты. Очень осталась довольна. Просто вообще сейчас на зиму насушим с вами очень много фруктов. Смотрите, какие у меня получились аппетитные яблочки. Какая аппетитная груша получилась. Персики. А на вкус нектарины. Банана. Ну вот банана, правда, надо сушить подольше. Они немножко мягковаты. Но вот как детям свежие сразу взять поесть, свежие чипсики, это классно. И киви. Киви надо резать тоненько, потому что я вот так вот толсто порезала. Видите, он у меня не просушился. Он такой вялого получился. А так мне очень понравилось. Я также хочу на этом дегидраторе сделать пастилу. Поэтому пишите в комментариях рецепты пастилы. Мы обязательно с вами испытаем. Ссылку на сайт я постараюсь вам оставить. Поэтому проходите по ссылке и смотрите. Там у них большой выбор дегидраторов. И очень удобно. Я взяла маленький и очень довольна. Поэтому всем хорошего дня. Девочки, смотрите. Здесь я приготовила фруктовые чипсы. Вот смотрите. Банан, киви, груша, яблоко, персик и нектарин. Попробуйте какие-нибудь и скажите, как они на вкус. Какие вам понравятся больше. Ванечка тоже хочет. Ну, бери, Ванюша, пробуй. Какая? Мариночка, пробуй. Оксана, бери. Берите, пробуйте, скажите, какой вкусный. Ой, смотрите, как дети довольны. Ванечка, тебе какие нравятся? Это яблочки твои любимые. Машенька, говори. Бананы. Бананы. А еще? Катя? Бананы. Бананы, киви, груши, да? А персик кто-то пробовал? Вкусно тоже персик? А нектарины? Машенька, скажи, что? Я пробовала нектарины. И как тебе? Не вкусно. Не вкусно тебе? Какие, Ваня, тебе не понравились? Это. Ну, Ваня маленький, поэтому не обращайте внимания. А мне вот такой. Катенька, а тебе что, понравились все? А какие тебе не понравились? Киви не понравилось на чипсы. Ну-ка, давайте я попробую. Ну да, киви, оно кислое. Самый хрустящий. А нектарина самый хрустящий, да? Ну да. А на вкус как? Вкусно, да? Так что, дорогие друзья, делайте, готовьте. Ссылочка останется в описании. И заходите, заказывайте себе такие же дегидраторы. Всем желаю приятных покупок!